9 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих вооруженных сил Азербайджана, проявивших профессионализм в руководстве боевыми действиями при освобождении оккупированных земель и восстановлении территориальной целостности Азербайджанской республики, а также мужество и отвагу при выполнении воинского долга. Один из них, прапорщик Руфис Будагов, был посмертно награжден орденом Карабах. Он родился в 1977 году в селе Тиви Ордубадского района Нахчеванской автономной республики. После службы в армии окончил школу прапорщиков. Его жена Нушаба Будагова рассказывает, что Руфис позвонил ей перед своей гибелью. Он был командиром экипажа танка. По телефону Руфис сказал, чтобы я не волновалась за него. Потом связь прервалась. Он героически сражался на Мурове. Руфис был добрым человеком. Когда он приходил домой после службы, для нас это было праздником. Муж любил свою работу, родную землю, поэтому в числе первых пошел защищать ее, говорит супруга шахида. У Руфиза остались две дочери и сын. Да упокоит Аллах души наших шахидов, исцелит раненых. Мы обязаны им победой. На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был рассмотрен вопрос об отмене комендантского часа в Азербайджане. Первым вопросом на повестке дня заседания было решение Милли Меджлиса об утверждении указа президента Азербайджана Ильхама Алиева об отмене военного положения с 00 часов 12 декабря 2020 года. После обсуждения решение было вынесено на голосование и утверждено. В Азербайджане активизирована система получения и мониторинга СМС-разрешений. Постановлением Комбина с 00 часов 14 декабря 2020 года по 00 часов 18 января 2021 года будет ужесточен действующий карантинный режим. За этот период в Баку, Сумгаите, Мингичевире, Ширване и на территории Абширонского района, а также в Линкаранском, Масалинском, Джалябадском, Шекинском, Закатальском, Губинском, Хачмасском, Евлахском, Бардинском, Белосуварском и Смолинском райцентрах, за исключением сел и поселков, вводится ограничение на передвижение граждан. Общество с ограниченной ответственностью «Азермарка», действующее в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, по случаю проведенного 10 декабря 2020 года в Баку Парада Победы, изготовило и ввело в обращение почтовую марку и конверты первого дня под названием «Одна нация, два государства. Парад Победы». Сюжет проекта посвящен Азербайджано-турецкому братству и моральной поддержке, которую Турция оказала Азербайджану в период 44-дневной войны. Марки изданы тиражом 1000 экземпляров. Количество конвертов первого дня составило 500 штук. Отметим, что 10 декабря президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган погасили конверты штемпелем первого дня. Российские миротворцы обнаружили и обезвредили в Нагорном Карабахе 4577 взрывоопасных предметов. Как передает канал 13, об этом сообщает Минобороны России. Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 80 гектаров территории, 24,8 километров дорог, 168 домостроений и 6 социально значимых объектов, говорится в сообщении. Для разминирования одного из районов аэропорта города использовался многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-6», применение которого обеспечивает безопасность личного состава и увеличивает производительность работ. Граждане Азербайджана и Турции смогут передвигаться между двумя братскими странами с одним лишь удостоверением личности. Как передает канал 13, об этом на своей странице в Твиттере написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Согласно протоколу, который мы подписали с моим братом Джейхоном Байрамовым, очень скоро мы сможем путешествовать в Азербайджан и Турцию по удостоверениям личности. Так и должно быть между одной нацией и двумя государствами, отметил он. Напомним, что в ходе визита президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана в Баку представители Азербайджана и Турции в четверг подписали 5 документов о расширении сотрудничества в различных областях. В частности, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подписали протокол, вносящий изменения в межправительственное соглашение об отмене визового режима между двумя странами. На Южном Кавказе можно создать платформу шести для развития сотрудничества между государствами. Как передает канал 13, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции, проведенной накануне в Баку. По его словам, этот вопрос поднимался во время его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Мы с моим братом обсуждали возможность создания платформы из шести стран – Азербайджана, Турции, России, Ирана, Грузии и при желании Армении. Это было бы хорошим сотрудничеством для развития региона», – сказал Эрдоган. Он подчеркнул, что Анкара
Анкара выступает за мир в регионе. Эрдоган также заявил о готовности открыть дверь для Армении. «Мы сторонники мира в регионе, готовы открыть дверь для Армении. У нас нет проблем с армянским народом», – сказал турецкий лидер. Кроме того, президент Турции указал на конструктивную роль Владимира Путина в урегулировании Карабахского конфликта. Отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна не имеет альтернативы. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, об этом в Национальном собрании заявила депутат от партии «Процветающая Армения» Ивета Танаян. По ее словам, это не только повестка партии «Процветающая Армения», не парламентских политических сил, католикосов, прежних президентов, премьер-министров, различных слоев и групп общественности в лице интеллигенции, но и вопрос государственной безопасности, который стал перед страной. Под угрозой оказалась территориальная цивилизация. Целостность Армении, населенные пункты и жители Гекаркуникской и Суникской областей, которые впредь стали приграничными. Никол Пашинян не может и дальше оставаться гарантом безопасности Армении. Естественно, наша борьба продолжится всеми методами, но в рамках закона, подчеркнула Танаян, добавив, что они продолжат осуществлять акции гражданского неповиновения и митинги.